В пятницу инспекторы ГИБДД в очередной раз проверяли безопасность перевозки детей. На бульваре Какой, откуда ребята поедут в детский лагерь, полицейские встречали автомобили их родителей и штрафовали, если ребенок в салоне не пристегнут. Все родители были предупреждены, в том числе через средства массовой информации, о том, что будет проводиться подобное мероприятие, и указано даже было время проведения. Однако, как мы сегодня увидели, большинство родителей все равно привозят детей, не пристегнутых ремнями безопасности, без детских кресел и без детских устройств. Многим родителям поездка детей в лагерь обойдется дороже на 3000 рублей. Таков сейчас штраф за перевозку детей без удерживающих устройств. Но меньше всего повезло этому таксисту. И заработать не получилось, и штраф за маленького пассажира выписали. При движении транспортного средства у вас ребенок был не застегнутый, ремень безопасности. Штраф получите, будете оплачивать штраф. Можете с ним брать, с клиентов, со своих. Кто их оплатит, клиенты? Хотя... Они не пристегнуты, вот их спрашивают. Хотя вы как водители обязаны. Так при... что, я им сказал пристегнуться, а они не пристегнуты. Ну и все, до свидания, до свидания тогда, я вас не повезу. Что, нельзя так сказать, что ли? В летний лагерь дети поедут в сопровождении инспекторов дорожного движения. Автобусы, которые повезут ребят за город, перед отправкой тщательно проверили. В транспортном средстве, массово перевозящем детей, должны работать все лампочки, а также стеклоомыватели. Звуковой сигнал тоже должен быть исправен. На борту табличка «Дети». Ну и, разумеется, автобус должен быть оснащен ремнями безопасности. Инструктаж для водителей перед отправкой – обязательная процедура. Вы в колонии едете первым. Скорость движения безопасная, не будет превышать 60 км в час, а то и меньше. По трассе то же самое, смотрим на головной автомобиль сопровождения. В случае нештатной ситуации моргаете фарами, чтобы привлечь мое внимание. Все автобусы прошли проверку. Нареканий по техническому состоянию нет, так же, как и претензий к водителям. А значит, дорога в летний лагерь для ребят будет не только веселой, но и безопасной. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.